высокорейтинговый, известный. Как вы достигли таких хороших, высоких результатов? То есть у вас очень индивидуальный подход, полностью индивидуальный, под каждого человека. Совершенно верно. Мы отбираем способных студентов, но это не все, на что мы смотрим. Мы продолжаем серию видео о престижном, очень сильном колледже Oxford International College в Англии, после которого ребята поступают в топовые университеты Англии и всего мира. Поэтому компания Мариади не могли не познакомиться с управляющим директором школы. С вами, как всегда, Адиль, специалист по зарубежному образованию. Сегодня вы увидите мое интервью с директором Оксфордского международного колледжа Ким Террер, в котором я попробую выяснить, в чем же секрет таких огромных успехов ее колледжа. Интересно? Конечно. Тогда знакомимся. Ким, очень рад знакомству. Очень рад встрече. И я рада встрече. Могу ли я здесь присесть? Да, конечно. Спасибо, что пригласили меня в ваш колледж. Высокорейтинговый, известный. Как вы достигли таких хороших, высоких результатов? Рада знакомству. И спасибо, что говорите хорошие вещи. Да, хорошие вещи о колледже. Но это правда. Это и есть правда. Совершенно верно, это правда. Почему у нас такие великолепные учебные результаты? Именно. И прекрасные результаты поступления в университет. В чем ваш секрет? Открой свои секреты. Секрет очень-очень простой. Правда? Да, мы очень тщательно подбираем студентов, у которых есть страсть, огромный интерес к своему предмету или к будущей карьере. И также у нас есть команда, которая действительно обожает работать с высокомотивированными детьми. И две эти вещи вместе, совместно со всеми нашими сильными сторонами и нашей программой, дает уверенность в том, что наши дети получат отличные учебные результаты и поступят в лучшие университеты. G5 в Великобритании. И лучшие университеты по всему миру. Гонконг, Канада, Австралия, Штаты. Во многие места. То есть это не только университеты Великобритании, не только учебные заведения в Британии. Конечно, нет. У нас есть команда, которая называется «Командой учебных стратегий». Они работают со студентами с первого дня, когда они только приезжают, и планируют их стратегию. Студенты сегодня думают об образовании глобально. Это действительно так. И большинство детей действительно рассматривают для себя более одного направления. И мы имеем огромный опыт для того, чтобы помочь им в подготовке заявления. Ведь каждое направление предполагает различные требования к сопроводительным письмам и другие учебные показатели. Мы отлично делаем то, что делаем. То есть с этим помогаете. Помогаете построить портфолио, если необходимо. Конечно, все что угодно. Готовите к собеседованиям. Да, у нас есть менторская программа. И также мы много работаем со студентами Оксфордского университета. Не с бакалавриатом, с магистратурой. Они приходят в колледж вечером и работают со студентами над их подготовкой к вступительным тестам. Готовят резюме, готовятся к собеседованию, ко всему. Ничего не остается на волю случая. Это целое путешествие. Это и есть путешествие. Верно. И колледж держит каждого студента за руку во время их путешествия. И каждая учебная стратегия полностью подобрана под конкретного студента. То есть у вас очень индивидуальный подход. Полностью индивидуальный. Под каждого человека. Совершенно верно. Полностью индивидуально. Мы в Мариади тоже практикуем индивидуальный подход в лучших традициях британского образования. Поэтому гарантируем, что подберем учебное заведение под каждого конкретного клиента, полностью рассмотрев его ситуацию, запрос, уровень английского, личные пожелания и множество других аспектов. А консультация у нас в компании совершенно бесплатна. Правда? Правда. Поэтому не стесняйтесь и оставляйте заявку на вашу, если у вас есть какие-то вопросы. Мы ответим на каждый. Все способы связи доступны в описании под этим видео. Будем рады познакомиться с вами лично. Около 10 минут назад я говорил с двумя русскоговорящими студентами. Алихан из Казахстана и Белла из Саратова, из России. Такие целеустремленные студенты. Один будущий инженер. А Белла изучает физику. Совершенно верно. Мы отбираем способных студентов, но это не все, на что мы смотрим.
Мы ищем детей, у которых есть страсть и драйв для того, чтобы добиться своих целей. И кто усердно работает и хочет трудиться вместе с нами. Да, это как раз то, что они мне сказали. Это отличный колледж, но не для каждого. Нет, не для каждого. Да, если ты приезжаешь в Oxford International College, то должен быть готов к трудным задачам. Каждый день здесь они сталкиваются с хорошими, позитивными, трудными задачами. Позитивными, трудными задачами. И вы их тестируете еженедельно. Совершенно верно. И во время этого тестирования нам не очень интересно знать, что они уже знают. Нам интереснее то, чего они не знают. Как умно. Это значит, что затем мы можем обратиться к материалу, который они не понимают. И мы делаем это еженедельно, начиная с третьей недели, когда они начинают свою программу. И к тому моменту, как они доходят до экзаменов, все пробелы в знаниях уже исправлены. Замечательно! То есть вы всегда следите за этим. Именно. И мы анализируем эти результаты еженедельно. Поэтому мы наверняка знаем, кому нужна поддержка и какого рода поддержка им нужна. То есть у студентов не получится отстать. Нет, и это очень важно. Это тоже часть формулы успеха. Да, это так. И то, что действительно очень важно, это то, что у нас налажен контакт с родителями, потому что они тоже задействованы в этом путешествии. У нас есть отличный родительский портал, и они могут проверять успехи своего ребенка. Будучи так далеко, они все знают. Совершенно верно. Знают, что происходит. Это очень важно, чтобы родители знали, как дела у их ребенка и чем он занимается. Если он не успевает, то что с этим можно сделать? А кроме отличного родительского портала, в колледже работают профессиональные учителя, учатся мотивированные студенты, есть современные классы и общежитие выглядит как пятизвездочный отель. Хотите увидеть своими глазами? Да. Приглашаю посмотреть на выпуски, снятые нами в Оксфордском международном колледже по ссылкам в описании. Хорошо. Итак, у вас индивидуальный подход. Наверное, у каждого есть прикрепленный учитель. У каждого студента будет консультант благополучия и также ментор учебной стратегии. И консультант благополучия? Да, консультант благополучия, команда пасторского попечения, команда в общежитии. Они встречаются каждую неделю и обсуждают каждого конкретного студента. Надо же! Это все объясняет, как вы добиваетесь этих результатов. Все работает вместе. Это не только академическая часть. Нет, нет, все работает заодно и сочетается. И вы также следите за тем, чтобы студент был счастлив, будучи так далеко от семьи и родной страны. Счастливый студент будет также показывать лучшие результаты. И также мотивированные студенты очень любят трудные задачи. На мой взгляд, колледжу очень повезло находиться в Оксфорде. Это означает, что вокруг очень высококвалифицированные кадры. Именно. Доктор, доктор, вокруг одни доктора. Да, и знаете, это плюс. И детям очень нравятся такие учителя, которые могут их научить чему-то большему, чем программа. И учиться у людей, у которых есть интерес к темам вне своей отрасли. Знаете, все работает вместе. Местность, в котором находится то или иное учебное заведение, это очень важный фактор при выборе, о котором часто забывают. Кому-то комфортно в центре миллионного города, кому-то в лесу вдали от шума. Ну а Оксфорд – это отдельная тема, идеальное место для учебы, на мой взгляд. Но есть еще и другие прекрасные места, где царит атмосфера науки и мотивирующая среда. Где они? С удовольствием поделюсь с вами таковыми уже во время вашей бесплатной консультации. В вашем втором блоке я встретил учителя биологии. Она была такой заинтересованной в том, что она преподает. Мы, наверное, минут 20 разговаривали о биологии. На мой взгляд, все, что мы делаем, относится к слову «страсть». Страсть, да, интерес. То есть вы очень селективны не только в плане студентов, но и в плане учителей. Совершенно верно. Учитель должен хотеть поделиться своими знаниями и также должен хотеть работать с молодыми людьми. Эти учителя могут работать где угодно. Они могут работать в городе и зарабатывать больше денег. Но они не будут, потому что выбрали работу в образовании и выбрали работу с молодыми людьми. Спасибо вам большое за то, что так хорошо делаете свою работу. Спасибо вам. И я знаю, у нас уже есть некоторые студенты в Oxford International College на данный момент, но наши будущие студенты, которых мы отправим, также будут в умелых профессиональных руках.
Уверен, что если вы уже решили учиться в этом колледже, то здесь вас ждет отличное качество преподавания, поддержка и успешное достижение поставленных целей. Но этот колледж подходит не каждому ребенку. Обсудим этот момент уже во время вашей бесплатной консультации. Ну а наше видео подошло к концу. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях или уже на вашей консультации. Если видео понравилось, жмите лайк. Если хотите узнать больше о британском образовании, подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых видео. Пока! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.